такое видео, выходящее за пределы, скажем так. Смотрите, это просто тестовая миссия для Сирии именно. Здесь просто взяты все объекты из Warfare, то есть которые вот я только прошел на момент, ну, на момент, и это перенесено вот в Сирию. Самой компании нету, по крайней мере на момент записи этого видео нету, вероятно в будущем появится, кто-нибудь возможно сделает, я надеюсь. И вот собственно можно, интересно то, что можно все модельки так поразглядывать близко, потому что здесь камеры прям можно вращать вообще как хочешь просто. Честно говоря, выглядят они довольно так себе. Сейчас я быстренько одну вещь проверю, отключу запись, включу. Так, продолжим. Проверил просто там это, я забыл удалить старую серию одну записанную. Место освободить, чтобы... Ну, всякие блэкхоки. Кстати, озвучка, если вы слышите, из Warfare идет. Транспорт готов, сэр. Прикольно так посмотреть. Ракетного захода почему-то нет. Ну, баги возможны. Ну, это мелочь. Транспорт готов. Это же не миссия. Не для игры эта миссия. А они, если что, все работают нормально. Это как бы рабочая миссия. Эти Ми-8, которые высаживались там на миссиях и обстреливали мои войска. Очень интересно пощупать их, честно говоря. Но там было куча этих 24-х за миссию, я видел, ну, за миссии. Интересно, что у них здесь это 30-ка, видите, идет вооружение неправильное. У 24-х нету, как бы, по идее, не должно быть. Должен быть пулемет 14,5. Фото 14,5, говорю, 12,7 многоствольный. Чисто визуально, правда, возможно, это Ми-24 ВП. Как-то они очень странно выглядят. А вот на ВП там уже как раз 30-ка. Может, они имели в виду как раз Ми-24 ВП. Или они просто тупо для баланса сделали, потому что тупо... потому что здесь... идет это 30-ка у Apache, поэтому они 24-ки такие же сделали. Вот это вот было в одной из крайних миссий Ми-26. Не скажу в какой, хотите увидеть миссии, смотрите прохождение. Ми-26 был. Круто, круто. Чинук, который мне бы дали попользоваться, ну то есть мне дали попользоваться, но я нифига его не применил. Кобра очень странно выглядит, я ее на миссии я ее не рассматривал особо, мне некогда было. Но если честно, какая-то она очень страшная и странная. При этом двухдвигательная, а как бы двухдвигательная это либо W, либо Z, но не знаю, судя по отсутствию ракет воздух-воздух, это как бы W, но она немного по-другому выглядит, и у нее нет такого камуфляжа. Ну это очень странная очень кобра. Еще и вот такой Хьюик был медицинский в игре есть. Разумеется, я ее такого не видел вообще. Вообще. Здесь вот еще есть 24-ки. Странная, ну Ми-26, конечно, классная штука. Но учитывая, что у нее есть озвучка, значит ей можно было попользоваться. Ну и пойдем дальше. Что мне лично интересно. Скорые, пожарные, это все было на миссиях. Это в аэропорту, видимо, стояло. Ну, надпись не обращайте внимания. Видимо, что-то немножко не наделано, или прям в самой миссии так и было. Эти РСЗОшки, это жгли мы в миссии, где ПВО надо было уничтожить. Скорые всюду были, это уж тем более всюду было. ЗРК. Вот такой я штук не видел. Это обычное машиноснабжение. Вот именно такое я не помню. Транспортные были. Обычные грузовички. Текстурки, конечно, так себе. Такой был. Это был. Особенно вот Хаммер. Интересно такое видеть.
честно говоря. Там один. Просто с крупнокалиберным пулеметом. Стовом. Медицинский был вроде. Только один пулемет. Там 240. Судя по внешнему виду. Хаммер это представительский, который возил там это випов. Ну и собственно все вот эти вот ГСные. Он МГС, МК-2, вот как эта система выглядит, которая разбивает, который там. Короче, увидите, я там применю даже это в некоторых миссиях. Каких не скажу, смотрите прохождение. Я подлый, нехороший человек. Так, страйкер МК-1, МК-2 с АГСом. ГСный. Такое тоже было. Бардак. Это я тоже видел. Вот такое я не видел. Если честно, ну может не обратил внимания просто. Это было на миссии, где нужно было эвакуировать это, из города. Там а-ля Black Hawk Down миссии. Тут куча разных зданий, но это чуть позже. Раздание. Вот это миссия, где нужно будет. Это аэродром оборонять. Самолет. Дальше. Это эти, ну, вражеские. Они выглядят, ну, конечно, текстурки такие себе, ну пофигу, интересно именно увидеть их с СВД, с АКМами. Вот это мои танкисты, как выглядят снайперы дельты, видимо рейнджеры, просто регулярный ПВО противотанковый с джавелином. Это вот морпехи со смавом. Пилоты. Саперы здесь почему-то зеленые. Я что-то не припомню, чтобы они зеленые были. Это, видимо, какие-то саперы дельты, судя по камуфляжу. Сама дельта. Линга у нас МП-5, что ли? Или чем-то похожим на МП-5. Винтовка это под 50-й калибр. Водители. Шейх. Который где-то во второй, что ли, миссии мы спасали телохранители. Король вот сам. Водители. Тут войска этих, гвардии, которые я тоже пол компании таскал с собой, из-за того, что они хорошо вооружены. Вот это вот такие себе гвардии. Таких я вообще не видел. Пилоты таких я тоже не видел. Полиция вот часто бывала, вот они как выглядят. Танковый экипаж местных. Это вот ПВОшники, которые с иглой. Вот это с РПГ противотанковый. С СВД пара, тройка с СВД. Вот это член экипажа с ксюхами. Ну и так далее, всякие пулеметные расчеты, командос. Таких я вообще не помню, честно говоря, командос. Водители. Это было, это просто уже устал, спать хочу очень. Просто сейчас обнаружил. Ну, считайте вам намек, на что будет дальше, хотя там уже есть намек. Так, вот Леклерк. Челленджер. Шилка. Почему он на русском говорит, интересно. Ну и ладно. А вот такой штуки я не помню. БРМ-1. Вообще не помню. Ждем приказа, сэр. Вот Warrior с турами. Готов, сэр. Просто Warrior. Сэр. БХ-3. РСЗО
Мои РСЗО, МСТ-13, куча разных модификаций, я уже не буду перечислять. Ну, сами внешне отличаются с разным вооружением. Там пишется, в общем. Вот такой штукой я не помню в игре. Вулканы. Куча модификаций. Вот МК-2. Ну это просто как те МК-2, он без это, сбивания ракет. Вот мой любимый Брэдлик МК-2, который тоже полкомпании их таскал. Даже всю, наверное, компанию. Вот этот Крусейдер, который я так и ни разу не применил. Даже как он выглядит, интересно. Ну я видел его. Абрамсы тоже, который всю компанию таскал я с собой. Почему-то БМП-1 я не увидел, честно говоря. Бэхи первые же ж были. Еще и с ПТОРом были, и без ПТОРа были. Что-то Бэх тут первых нету. Ну, еще вот куча разных зданий. Самых разных. Все, что было в компании, видимо. Здесь стоит. Тут много всего разного. Вот такая миссия. Ну, бэх первых нету. И все равно прикольно такое видеть именно здесь, в серии. Значит, это кто-то может где-то применить. Особенно мне Брэдлики нравится, вообще нравится. Ну, звук стрельбы такой, бух-бух-бух. Класс вообще. Ладно, неважно. Вот такая миссия. Так, потыкал немножко. Посмотрел.